полное бюро, бюро доходило. Мы просим участников один, когда один ушел, сразу же. Вы работали с Сашей? Надо сказать, пока включаю презентацию, тоже нашла сегодня в интернете сведения, что среди сегодня атеистов масса суеверий, верят в черта, верят в приметы, в некую сверхъестественную силу, в колдовство, магию, переселение душ. То есть это тоже вызовы, потому что этим умело пользуются деструктивные организации, которые, играя на слабостях людей, молодежи, потом втягивают их в свою деятельность и разрушают личность. Слушаю вас. Духовная природа оккультизма. Оккультизм в современном обществе. Все мы знаем, оккультизм – это мистическое учение, в основе которого лежит представление о существовании в природе человека мистических сил, с которыми якобы можно вступить в контакт. Оккультизм считается, что в человеке, в природе и в космосе присутствуют эти таинственные силы. Их можно скрыть и обнаружить. Также оккультизм призывает овладеть этими силами и достичь более высшей жизни на Земле. Личностям, занимающимся оккультизмом, можно отнести экстрасенсов, магов, колдунов, гадалок и других. Оккультизмом можно считать даже обычное суеверие, а также проклятие. То есть, например, всем известно, что если рассыпали соль, то это к несчастью. Или плохо тому человеку, которому черный кот перешел поработать. Но, вне сомнений, его истинная сущность заключается в психологии и в воздействии на психологическое сознание человека. То есть его можно рассматривать как организм, который точно знает, как повлиять на человека. На таком оккультизме есть тайные обряды, обычаи, ритуалы. А псевдонаучность оккультизма заключается в специальных методах психологического воздействия на мозг человека. То есть, как мы уже говорили ранее, основой является психология. То есть в этой основе лежит то, что любая мысль материальна. И именно это лежит в основе всех психотехник экстрасенсорики, которые стремятся к визуализации жизненных процессов. То есть, например, мы можем провести небольшой эксперимент. Кто-нибудь может ответить, что такое аура? Что-то невидимое такое вокруг нас. Определенная энергетика, которая скапливается вокруг человека. Кто бы мог этого эксперимента можем подвести, что человечество все равно хватит оккультизма. То есть каждый человек хотя бы чуть-чуть был с этим связан или задействован, или же что-то об этом знать. Приведем некоторые примеры. В 2013 году в Москве существовала группа психотерапии «Миранда». Она заключалась в том, что телефильм показывали магов, которые якобы могли помочь людям. Это, конечно, был подставной спектакль, то есть звонили подставные люди, и их показывали в эфире. А те люди, которые звонили с реальными проблемами, заносились в определенную базу. И позже они платили бешеные деньги в надежде на то, что им помогут. В итоге мошенники обогатились на 200 миллионов рублей. И один из очевидцев говорит, что те люди, которые украли денежные средства, нанесли себе минимальный вред. То есть некоторые думали, что им помогут и не прекращали лечение вообще. То есть они нанесли своему здоровью еще больше вред вместо того, чтобы обратиться к нормальному врачу. Также в 2015 году нас объявляли люди, которые жалуются на аферистов, то, что их обманули экстрасенсы. Вот, например, мужчина продал душу взамен на материальное вознаграждение или материальное улучшение жизни. Но в итоге, когда он это не заметил, он начал возражать, говорить, что мы сделали плохо, и советовать всем, чтобы они не продавали именно этой конторе. То есть нам просто в уме не складывается, как кто-то мог поверить в такое.
спросить, а вы сами верите в существование сверхъестественного чего-то, в суеверия и приметы? Скорее нет, чем да. Но суеверия и приметы, мы знаем, что они уже как часть нашей жизни. Нас просто смысевающе учат, что там просыпал соль к несчастью, все такое. Так что, но чтобы верить в это, нет, скорее нет. То есть приметы вообще не имеют места в вашей жизни? Спасибо. Вы знаете, я два слова поясню насчет примет. Господь говорит, по вере вашей будет вам. Если вы во что верите, то вам Господь и даст. Вот, верите, что там кошка перебежит, и ничего не будет. Ничего, не верите, ничего не будет. Вот. А что касается оккультизма, вот. Ну, вот как мы сегодня слышали вот, про шарлатанов. Это очень хорошо, и людям повезло, если это было пошено. Вот. Но есть реальные, что и реальная сила вот эта вот. Сила это разрушительная, сила это бесовская. Вот. И все это работает, и последнее время, вот, это почему меня обеспокоило, потому что молодежь, вот особенно у нас в Дальнегорске, пользуется вот, и занимается вот этим оккультизмом. Вот здесь мы слышали выступление детей из Красновеченска, с 5-й школы. Вот. А в соседней 6-й школе дети, занимавшиеся оккультизмом, вызывали злых духов. Они пришли, один труп. У меня напротив храма 8-я школа, дети занимались оккультизмом. Они успели прибежать в храм, хорошо, что там был священник, он их спас, они выжили. Вот. Поэтому все это есть. И я хочу предупредить, вот, и не дай бог вот, связываться с этим бафом, ходить, колдунам, экстрасенсом, вот, начиная с молодежи, никогда вот это не занимайтесь, потому что все это очень вещи очень опасные и смертельно опасные, я бы сказал. Вот, поэтому надо ходить в храм, молиться, там все безболезненно и без последствий все происходит. И молитва реально помогает. Спасибо. Уважаемые участники.